наша команда как-то показала не свою игру. Наверное, все-таки сыграла волнение, ответственность, очень хотела взять реванш. Немножко сказалось отсутствие еще одного игрока в нашей команде. Плюс еще у нас травмировалась, к сожалению, Екатерина Васильева. Не смогла в полную меру продолжить игру. Но я считаю, что мы все равно показали достойную игру, в принципе. И я довольна сильным счетом. Мы просто так не сдались. В четвертой партии могли зацепиться? Верно. Могли. Волейбол, мяч круглый. Кому-то чуть-чуть везет, кому-то немножко не повезло. Ничего, есть еще второй круг впереди. Я думаю, что каждый из команд покажет свой класс игры. И, ну, женский волейбол непредсказуемый, поэтому еще неизвестно, как что развернется. Настраивались по-другому на молодых девчонок, учитывая, что в первом круге проиграли? Конечно, безусловно, настраивались очень по-боевому, решительно. Я думаю, по первой партии было заметно, что мы вышли командой, единым целым. Немножко подрасклеились, во второй партии не пошел прием. Ну, соответственно, просто так не сдавались. Цеплялись до последнего, играли, девчонки молодцы. На какое место рассчитывает команда в этом сезоне? Конечно, как и любая команда, только победа. Там уже мяч распределит, кто на что способен, кто чего достоин. Все команды достойны, каждая команда по-своему сильна, нельзя недооценивать.